Здравствуйте! Вы на канале у Владимировны Вкусно. Сегодня хочу вместе с вами приготовить наше любимое оливье. На этот случай будет праздничное оливье. Для этого нам нужно вот эти все овощи и мясо, куриное филе, которые вот здесь лежат на столе. Эти овощи мы сейчас подготовим и порежем. И последнее, добавляем горошек. Все мы порезали, все мы подготовили. Теперь добавляем майонез и будем украшать. Майонез домашний. Смотрите ссылку. Выкладываем блюдо. Делаем мы шапку Деда Мороза. Вот уже какой-то вид она имеет. Дальше мы морковью делаем эту часть. Белком украшаем переднюю часть. Вот такая шапка Деда Мороза у нас получилась.
и положим символическую елочку. Всем спасибо и до свидания. Спасибо за просмотр.